Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор карбомер. Регулирует густоту и вязкость. Карбомер – это косметический компонент для смущения косметических эмульсий и придания им необходимой степени вязкости. Практика использования этого ингредиента насчитывает уже более 40 лет. Даже при изобретении многих альтернативных инновационных загустителей, производители косметики не спешат заменять карбомер в рецептурах эмульсий на новинки. Карбомер является синтетическим полимером, гелеобразователем, безопасным для использования. Он совершенно не токсичен, потому применяется в органической косметике, зубных пастах, фармацевтических средствах, средствах для детей. При использовании составов карбомером на коже остается защитная нелипкая пленочка, оберегающая кожу от пересыхания и загрязнения. Свойства таковы. Придает эмульсиям необходимую вязкость и густоту. Биологически неактивен, потому совмещается с любым компонентом. Создает кристально-прозрачные гели. Обеспечивает создание нелипких эмульсий. Оставляет защитную пленку на коже. Прост в применении. Не токсичен. Может применяться в средствах для детей. Следует учитывать, что карбомер чувствителен к кислотности. Применение таково. Гели и лосьоны, сыворотки, крема, флюиды, косметика для волос, средства для душа. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!